Друзья, привет! Вы на канале турагентства York Travel. Итак, первая причина, почему люди путешествуют, для многих людей это стиль жизни. Многие наши туристы готовы откладывать, копить деньги, чтобы отправиться снова в путешествие. Вторая причина, зачем путешествовать, это приобретение нового опыта. Приобретение опыта каждый человек понимает по-своему. Для кого-то очень важно заняться дайвингом, серфингом, увидеть слона, черепаху, увидеть статую свободы, Париж, попробовать настоящую японскую еду. Все это, несомненно, бесценный опыт, который вы можете приобрести только путешествуя. Путешествие – это лучший способ, как провести свой отпуск. Подумать о чем-то новом, забыть о работе и просто расслабиться, ничего не делать. Когда вы путешествуете, происходит некая перезагрузка. Вы сможете полностью отдохнуть и расслабиться, только находясь в другой стране. Следующей причиной, зачем нужно путешествовать, является познание мира. Посмотреть страну, принять участие в увлекательных экскурсионных программах, увидеть культуру, быт местных жителей, познакомиться с их традициями и почувствовать атмосферу той страны, в которой вы пребываете. Итак, самая главная причина, почему нужно путешествовать, является удовольствие. В рамках одного путешествия вы испытаете множество эмоций, которые запомнятся вам на долгие годы. Многие наши туристы готовы возвращаться в одни и те же страны, в одни и те же отели, чтобы пережить снова эти великолепные эмоции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи!